Хотя официальное открытие скейт-парка в Иванове еще не состоялось, но молодежь уже активно тренируется на новой площадке. Работы по установке специального оборудования вышли на завершающий этап. Менее чем через неделю в парке Степаново появится полноценная площадка для катания на BMX-велосипедах, роликах, скейтборде, а также для занятий паркуром. С такой просьбой сделать такую площадку, ребята, молодежь обращались достаточно давно, и не было возможности, все откладывали, но вот все-таки сейчас было принято решение, я хочу здесь отметить работу мэрии города Иваново, то, что они, несмотря на все сложности, которые были у нас весной и с дорогами, все-таки нашли возможность для того, чтобы вообще заняться парком Степановым. Но и в первую очередь хотел бы отметить, конечно, эту площадку для экстремальных видов спорта. Обустройство такого современного спортивного объекта обошлось городским властям более чем в 6 миллионов рублей. От рук вандалов скейт-парк защищен специальным ограждением. На ночь его будут запирать. Следить за порядком на новой площадке будет специально созданная организация – Федерация экстремальных видов спорта. Ее члены будут контролировать, чтобы тренировки проводились в соответствующей экипировке. Завтра мы создаем Федерацию экстремальных видов спорта, которая будет курировать данный скейт-парк. Будут организованы правила поведения для всех участников, кто здесь будет заниматься. Будут в каждом направлении выделены инструктора, которые будут заниматься с ребятами, следить за порядком, чтобы здесь в избежании, во-первых, каких-то курьезных ситуаций по технике безопасности соблюдений, чтобы было. И время от времени мы будем проводить соревнования разного уровня, как бы это будут как и такие, можно сказать, между собой соревнования, то есть только между нашими участниками, и также межрегиональные соревнования, которые будут привлекать участников из других городов. Открытие скейт-парка и первый межрегиональный турнир по экстремальным видам спорта запланировано на 30 июня. Зрителей, которые придут болеть за спортсменов-экстремалов, будет ждать приятный сюрприз. В скейт-парке появится бесплатный Wi-Fi. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.